Spartan. I'm Roland, UNSC Infinity's AI. We're going to study the historical battles in hopes of increasing your tactical skills for the future. As a bonus, it's a pretty fun game you can play in your spare time. So let's get to it. Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Вот мне попалась на глаза игруля, которую, в принципе, давно ждал. Это Halo: Spartan Assault. Это вертикальный шутер, так называемый. То есть, по вселенной Halo. Эта вселенная мне очень нравится. Очень я печалюсь по поводу, что у меня нету Xbox 360. И, соответственно, части 3, 4, там Ричи и так далее недоступны. То есть тратиться на эту консоль как-то денег жалко. Но вселенная очень мне нравится. События Spartan Assault будут происходить между 3 и 4 частью Halo. Давайте предлагаю освоить базовые навыки. Та-да-та-дам. Добро пожаловать! На этой тренировке мы получим какие-то навыки. Так, все читаем. Компьютер заданий показывает твое текущее местоположение. Так, ну ВАСД это стандартно. Это мы в курсе. Так. Переместитесь в точку, указанную. Ага, то есть вот это наш радар. Это типа пауза. Так, в следующую точку. Так. Щит, вот вверху, да, видим, поглощает выстрел противника. Выстрел начнут отнимать здоровье, если пробьется щит. Все понятно, он восстанавливается, так же как и в полноценных версиях. Нужно спрятаться, чтобы он восстановился. Ну, в этой миссии мы погибнуть не можем. Позволь роботам ослабить твой щит до 50%. Во. Стоим в укрытии, пока щит перезарядится. А, звук такой же родной, а, красота. Так, атаки ближнего боя. Это тролливали. Смешно это все выглядит. Та-дам! Так, идем дальше. И я могу нести два вида оружия. Так, активное оружие, штурмовая винтовка, то есть верхняя, да. Запасное Магнум. О, этот пистолет у нас называется Магнум, никогда не знал, честно говоря. Оба оружия разряжены, ты автоматически берешь находящиеся поблизости патроны. Сразу с земли, из шкафчиков. Чего так? Встань рядом с оружейным шкафчиком. Указателем мышки мы целимся и... Так, Shift это у нас переключение оружия. А что так паскудно? Понятно. Нужно держать. Это неожиданность. Так. Бежим в следующую. Е, чтобы поднять оружие, лежащее на земле. Если оружие находится достаточно близко, оно будет отмечено значком. Вот так вот. Плазменный пистолет может стрелять заряженный выстрел. С помощью заряженных выстрелов можно пробивать щиты. Это точно так же. Чтобы использовать заряженный выстрел, нажмите и удерживайте левую клавишу мышки и правую клавишу мышки. А отпускать нужно правую. Так, шкафчик закрыт. Бежим дальше. Гранатки. Ура! Правая клавиша мышки — это у нас гранатки. Херяк. Так, будет доступны два типа гранат. Переключаться можно контролом. Ага, зажигательные здесь лежат. Очень прикольно. Так, бежим в следующую комнату. Так. Значок функции брони вот у нас мигает. Показывает тип и уровень заряда, используемый в функции брони. Так. Твоя функция брони сейчас разряжена. Она подзарядится автоматически. Сейчас в твоей броне есть функция активной маскировки. То есть это Q, да? Будет у нас. После полной зарядки функции брони можно ее активировать, нажав Q. Эффект функции брони до истечения заряда. Включите в своей броне функции маскировки, когда она полностью заряжена. Это прикольно. То есть, да, вот максимум нам хватило пробежать 3 кубика. What the fuck? Так, чтобы взять новую функцию броню, станьте рядом и нажмите ей. Это у нас что будет? Эта функция находится. Голограмма. Двойничок наш. Так, чтобы забраться за турель, встаньте рядом с ней и нажмите Е. Используйте указатель мыши. Удерживайте left mouse button, чтобы стрелять. Турели нагревается во время стрельбы. А, перегрев турели вот здесь у нас находится. Двойник. Ну, не знаю, невидимость, как по мне, полезней. Вау! Вау, вау, вау! Скорпиончик! Так, я так понимаю, это мы, если я сяду сюда... Нет. Я думал, я залезу на броню, там было много точек. А вот с этим у меня какие-то проблемы. Ездит он как-то неловко. Так, для наведения башни Скорпиона используйте мышки, чтобы стрелять из пулемета left mouse и из пушки right. вообще никакого эффекта. Стрелочка указывает нам конкретное направление. То есть комбинация двух стрелочек меняет эту стрелочку вообще. О, я въехал. Нужно следить за вот этой стрелочкой. Ну, вот когда он начинает ехать задом, это, конечно, прикол. Шифтом меняем оружие, контролом меняем гранаты. Так, очки за убийство во время игры вы получаете за убийство врагов. За некоторые врагов дается больше очков, чем за других. Так. Очки за медали. Вы также получаете очки за медаль. Медаль — это мини-задание, которое можно выполнить неоднократно. Например, медаль серии убийств. Убить 3 врагов подряд, не получив повреждений. В некоторых заданиях вы получаете дополнительные очки за ускоренное выполнение задания. Бонус за время. Ясно. Ваши функциональные очки за задание равняются сумме ваших очков за убийство, очков за медали, трали и за время. В зависимости от вашего функционального счета вы выполните задание. Вам присуждается бронзовая, серебряная, золотая звезда. Миссия выполнена. Ну, давайте нам у нас очки убийства. Интересно, здесь можно было получить больше? Но у нас других очков не было. Или за время бонус не дали? Ладно, я не спешил никуда.